Так, уже утро наступает. Я вспомнил, зачем нужна центрифуга. Поздравьте меня. И давай мы пресс сделаем сразу. Так, для начала ставим центрифугу еще одну. И пресс бы мне куда-нибудь сюда вот воткнуть. О, отлично. На пресс, пресс, пресс. Ладно. Пресс так вот воткну. Он хотя бы поможет мне быстрее вот с этим разбираться всем. Но у нас есть геморрой номер два, который остается, блин, первым. Так, центрифуга. Сталь у меня вроде есть. Ладно, порошок угольной руды давай сюда пихаем, сюда железный. Ага. Так, ну мы сейчас накопим бетонные смеси, хорошо, я хотя бы дом смогу себе построить. Потому что, ибо это надобно. Так, очищенный угольный порошок. Хорошо, что мне надо для следующего... Так, тут нужно стекло, здесь нужно кремниевая пластина, хрена себе вот заскоки. Так, стекло. Я сейчас, конечно, стекло долго буду искать. Так, так, стекло где-то я здесь сбрасывал. Да. Так, и кремниевая пластина. Ой-ой-ой. Кремниевая пластина. Не низкого качества нужна, а хорошая. Так, тогда раздолби ко мне кремень, друган. А ты медь раскочегарь. Стоп. Чё? Плохо, я уже помню, что здесь как делается. Кстати, электроника уже кончается. Надо будет поднабрать. Ага. Мне нужно их 8 штук, что ли? Блин, вот не вижу там. 8, 3. 3. Вот так вот хоть более-менее видно. А так если смотреть... Ух, ё-моё, у меня же глаза заболели. Жесть какая. Так, ладно. Мне эта печка уже, в принципе, не нужна. Её можно убрать. Печка, печка, печечечечка. Пока. Ничего страшного. Я вот чувствую, потом понадобится, я за ней поплыву. Вот как пик дать. Гадалки не ходи. Так, наковальня мне тоже уже не нужна. Это тоже хрень уже не нужна. У меня уже пресс есть, так что быстрее будут работать. Что это выкидываем? И эту печку тоже. Может реально все топить просто, а? А чё нет? Ну, наковальня не хочет топиться, блин. Плавает. Фу, ты, блин. Сказал бы, что где плавает, но промолчу. Так, тебя нам надо было бы снять, верстачок, и поставить как-нибудь поинтересней. Кровать заберем. Кровать мы расположим вот здесь пока что.
Так, как у нас по фэншую? А, по фэншую. Господи, привычка. Спать нет, я на ней не могу. Так, а теперь верстак. Нам надо как-то аккуратно так поставить. Вот так у нас будет верстак. Вроде все нормально. Так, мне нужна кремниевая пластина. Сейчас возьмем. Прессик. Колись. Так, все. Это есть. А здесь нам нужна серия... Серебряная пластина, так. Да ладно. Так просто. Серьезно. Что-то я как-то запамятовал даже. Как тут все довольно забавно. Железо, серебро выколачивать. Сколько там нам надо их-то? Так, две штуки, а здесь удобрений нужно аж 50 штук. И хаузинг. Ну ладно. Хочешь, как хочешь. Это пусть перерабатывается, чё. Очищенное железо у нас будет. Оксид титана, ну нифига себе. Золото еще. А мне железо все больше и больше нравится. Так, порошок медной руды пока хватит, с ним издеваться. Камень, я вообще не понимаю, за кое с собой столько таскаю. Три пластины есть, раздробленный камень. Давай перерабатывайся. Есть, так, здесь нам нужно что? Так, простая электроника и продвинутая электроника. Прекрасно. Ну, простую электронику-то я сделаю. Какая прелесть, игра вылетела. Ох ты, ё-моё. Я в этой игре наиграл порядка 100 часов всего. Но впервые я помню, чтобы она вылетала. Это очень хорошо, я помню. Этот первый раз вылет. Это даже довольно-таки интересно. Блин, штатив выпендривается. Раньше вот никогда не вылетал. Это странно, как слушаю. Сейчас вопрос в том, загрузится ли мир. Вылет-то был, походу, на сохранение. Да нет, все в порядке вроде бы. Так, простая электроника, продвинутая электроника. Да, давай простую электронику сделаем. Так, ну кремниевая пластина низкого качества, я думаю, можно наделать. Это не проблема вообще ни разу. А вот проблема у нас в том, что у меня места-то маловато. Бетонная смесь. Мне пауки, да, так, кирпичи мне не нужны. Так, кирпичи не нужны, удобрения, палочки, пустые бутылки. Так, давай-ка пресс, слиток.
Это ты там стучишь так. Тихо, слушай. Ну, звуки вот работающей техники можно было бы сделать качество и погромче. Дай-ка я попробую, а то что-то как-то грустно и печально. Ну да. Пусть делается пока. Ну, хоть так более-менее, слушай. Так, что у нас тут? Дробилка. Дробилка. Бетонная смесь. Кстати говоря, насчет бетонной смеси в отдельный ящик буду выкладывать. Потом я с ней буду творить, мутить. И где еще была? Тут жалко, нет возможности инвентарь распределить по названиям. Довольно-таки геморное занятие тоже. Ну, это ладно. Можно было бы сделать получше. Так, теперь мне нужна продвинутая электроника. Простой еще я сделаю. И продвинутая, двинутая. А вот теперь вопрос третий. А где, простите, ядрить налево? Нам надо будет делать продвинутую электронику. Чё-то мне кажется, у нас появился новый верстачок. Я его просто, блин, не вижу. Ага, привет. Да чтоб тебя, ты со своими стальными пластинами, блин, уже в кишках сидишь. Так, железные детали опять кончились. Ладно, стальные пластины, так стальные пластины, говорю мне с ними. Мехтех верстак. Ну да, вот с ним, конечно, придется попариться. Я-яй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 . 15 штук надо, да? Короче, берем угля 300, этого 300, блин, и пихаем все это в тракториста. Стоп. А у нас здесь очищенный железный порошок. Там обычная стальная пластина, нужна ли, блин, очищенная, или какая-то еще и стальная пластина. Обычная стальная пластина, да? А я могу сделать с очищенного порошка что-то интересное. Дай-ка я посмотрю. Ну, я понял, конечно, что это можно сделать. Но все-таки оно мне просто не нужно. Так, серебряная пластина 17 штук, пускай будет. Так, и серебряный порошок ложим сразу в печку. Потом положим. Хотя положу-ка я сейчас. Угольный порошок не плавится, да? Ладно, пусть пока серебряный порошок сплавляется в слитке. Так. Железный порошок очищенный, да? Ну давай сделаем сразу, я тебе вот так вот скажу, чтобы голову не парить. Ну конечно, как всегда. Давай по пятюне делать. Хотя лучше по полтиннику, я так думаю, да? Все, готово, очищенный стальной порошок. Здесь у нас переплавляет она. Молодец какая.
Мы с тебя ложим очищенный стальной порошок. Ты пока тогда просто такую сталь делай, пока наши тут будут раздупляться. Обычную сталь делать. Что, чувствую, эта сталь понадобится. Порошок медной руды вот сюда закину. А, стоп. У меня же тут есть всякий хлам. Типа вот этой хрени. Вот досок. Бревен, блин. Походу я заберу. Факел пока сюда закину. Ткань. О, мне ткань сейчас так как нужна. Чтобы сразу в школу не ходить. Ну и все. Ладно, они перерабатывают. Здесь переплавляет слиток стали. Стоп. Это очищенный стальной порошок. Не понял. А в чем прикол? Ну, наверное, прикол в том, что меньше ресов требуется. Ха-ха-ха, ты свинья. Игра. Да нет. Получается, мы сначала перерабатываем здесь. Ага. То есть... Центрифуги. Я понял. Хотя вы тоже, наверное, поняли. Центрифуги мы... Порошка как раз все и делаем. Значит, надо это перерабатывать нон-стопом. Ёлы-палы. А проще никак, да? Ну, игра, ладно, фиг с тобой. Поэтому перерабатываю нон-стопом. Здесь тоже будут перерабатывать очищенный железный порошок. Он нам дает бетонную смесь еще. Плюс добавок бетонной смеси нам понадобится для стройки в больших количествах. Потому что на камнях, на которых я строил, что-то немножко я охренел строить. И вот он, очищенный железный порошок. Ладно, фиг ты с ним. То есть стали я сейчас, в принципе, уже наделал. Сколько там надо-то ее? На эту хренотень. Давай посмотрим. Ну, еще 5 штук, да не проблема. Что меньше места занимал? Вопрос, правда, будет у меня, скорее всего, в том, куда бы это все разместить. Так, по блокам давай посмотрим. Блок бетона. Нам нужна бетонная смесь и песок. О, вот и куда песок нам нужен. Ёлы-палы. Блок бетона версия 2. Так, давай-ка по одному сделаем. Блок металла. Харя, блин, не треснет. Какой-то он прям... Печалька прям. Давай, знаешь, что сделаем? Мы, пожалуй, сделаем по-хитрому. Я вот тут все поубираю, вот эти вот камушки. Поставлю блоки здесь вниз бетона. А это у нас будет фасадочная, облицовочная сторона. Хорошо? Потому что, ну... Как-то смотрится оно, мягко сказать, неказисто. Так, тут физики нету до сих пор. Спасибо. Не во всех, друзья, играх физика полезна. В Майнкрафте, вон, физики нету. А сколько в него народу играет? Да, с помощью молотка убирается, кому интересно. Это все есть в моих видео еще самых первых. Конечно, в этом тоже сделаю еще пояснительное. Там-то у меня только
учился снимать еще в то время. Так, ладно, я пока тогда ускакиваю на паузу. Сейчас пока я здесь все поубираю. Оно пусть в воздухе повисит, не мешает. Так. Немного расчистил для себя территорию. В принципе, вполне хватит. Пошли возьмем стальные пластинки. И сделаем этот мех тех пердек мехах. Нет. Нет. Угу. Опять же, нет. До этого было не нет, а да. Да. Угу. Так, и вот куда эту бандурину бы поставить? Единственное, что я помню, что она ой как до хрена занимает. А мы ее, наверное, вот здесь расположим, как думаешь? Я вот здесь сейчас заделаю дырочки. Ну, я тут делал их специально. Траву надо было убрать. Немного травы, правда, осталось, зараза. Так, этот мех тех пердек надо как-то так расположить, чтобы он покрасивее смотрелся. Но эта гадина жрет энергию. Колоссально. Так, кстати, здесь можно из блоков собирать корабли, технику. Я, конечно, извиняюсь, но мне это, в принципе, мягко сказать, вообще не интересно. Я в этот, как мне его забыл, Planetex. Нет, как игра была у него вот недавно на канале. Я там настроился эту технику. Спасибо, больше не хочу. Ну хорошо, а смех ты чего можешь сделать? Наговали, вау! Центрифугу, вау! Что скажете по поводу деассемблера? Вот он мне уже нравится, мне уже охота его взять построить. Так, деассемблер говорили, да? Так, ладно, что у нас там по тех уровням проходить? Мне что надо? Продвинутая электроника. Продвинутая электроника стоит салон в той ботве. Которая у нас не запитана, да? Ингот. Вот она. Раз, два, три, четыре, пять. Ух ты, там надо хоть. 25 штук. Ну, вроде насобираем. Почти, 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 почти. Так, очищенный угольный порошок. Это нет. Мне нужен очищенный кремниевый порошок. Мне же должен он быть. Погоди, у меня должен быть очищенный кремниевый порошок. Или... надо кремний ложить, чтобы он очищался. Значит, нужно в дробилку сначала, да? Я понял. Сначала нас ждет кремний. Так, дробилок надо больше. Ой, вроде же был у нас очищенный кремний. Я же говорю, был. Не было, не было. Отвою налево.
Пусть сделают пока мне пластины. Вот так вот, все. Вот теперь хватает. Пошли еще один тир изучим. О. Ай, блин. Только не говори, что мне надо обязательно изучить это, чтобы поперло это. Advanced Scientific. Что он вообще дает? Хрен его знает, что он дает. Ладно, мне пока интересно, в принципе, построить вот эту вот. А, это скорее всего... О, гироскоп. Ну, это мне будет проще построить гироскоп сразу готовый. Я не буду, друзья мои, строить блочно. Есть на это инженеры, хватает империума. Блин, я яканусь так это все делать. Ай. А мне нужна вообще-то сейчас кое-что другое. Распределить энергию. Драйвинг. А, где эта хрень строится? Во-первых, медицинскую капсулу бы не помешало построить. Потом, что мне нужно? Приват зона контролер. Ресерч лаборатория. Ну, кремниевая пластина, солнечная панель нужны, ладно. Неожиданно. Турельки появились, серьезно? Ладно. Клево. Так. Ладно, сначала я разберусь с автоверстаком. Или диассемблером. Ладно, пока вот, друзья, буду делать продвинутую электронику, пластины, там остальную хренотень. К вам вернусь, когда уже вот закончу немного. Ай, мне нужен. Черт, я вот не вижу этого. Ладно, билд, давай посмотрим. Но он много добавил по поводу строительства именно техники вручную из блоков. Ну, я, конечно, извиняюсь, но... автор меня вдруг увидит. Не за теми, сударь, вы гонитесь. Ваша игра была хороша только тем, что там готовая техника была. Так бы готовы ее оставили. Доработали бы просто и все. А строить технику с блоков есть тонна игр других. Если какой-то там один-два человека захотели, то подумайте сами, осилите ли вы хотя бы с кем-то соревнования. Я вот что-то лично сомневаюсь. Ах, так... джетпак. Мило. Космический костюм. Ладно. Тактическая броня. Что тут еще у нас есть? Ой, блин, жрать охота. Ой, пить охота. Пока он не сильно хочет, но пошли. Бананиев погрызем. Еще один бананий. Дай банан. Я же один просил, а не три. Так, ладно. Я пока буду заниматься, скорее всего.